Незабываемый праздник получился и на Таштыпской земле. К столетию района здесь начали готовиться за много месяцев. Торжества развернулись на Имикской поляне. Гостям предлагали развлечения на любой вкус. Особое внимание, как на всех национальных праздниках, уделили спорту. Пюрес, стрельба из лука, волейбол. Поклонники конного спорта следили за скачками. Победителем сразу в двух номинациях стал местный жокей Владимир Султреков. По краям поля раскинулись юрты всех сельских поселений района. Главным украшением юбилея стал всероссийский конкурс «Фестиваль гармонистов». В Таштыпском районе он проходит уже во второй раз. На большую сцену вышли лучшие музыканты, причем не только Хакасии. Они исполнили произведения известных авторов и свои собственные. С каким восторгом принимают жители наших артистов? Потому что это же настоящий душевный артист. Это музыка, это гармония, это вот самый душевный инструмент. И я хотел бы просто пожелать, чтобы такие праздники, и не только в вашей республике, чтобы вот на показе вашей республики делали и у себя. Мне понравилось. Таштыпский район, он индивидуален. То есть, ну, он богат на людей, знаковых людей. Я уверен, что эта коммуникация должна работать правильно. То есть, мы должны развивать район, прежде всего, для людей. Находить пути решения. У Таштыпского района есть пути. У нас богатейший район.